Привет всем! Я уже при параде, иду в церковь. Время уже 5 минут осталось, в общем. Пока родилась, пока чего. Сейчас посмотрим, что тут. Народ, по-моему, еще никого нет. Она. Я первая. Вот тут, по-моему, делают крестины. Ну, сейчас, да, вот тут. Вот смотрите, как. Как гроб Иисуса Христа. Смотри. Лежит там такой. Как настоящий. В общем, вот такая церковь. В следующий раз покажу повнимательнее, потому что очень интересно. Вот народ уже подходит. Вот девочки в коляске. Нет, это другая. Мальчик. Короче, детей дофига. Так что... Вообще уже 10 минут. Как опаздывают. Так что... Ждем дальше. Начинают крещение. Крестная, это вот в красных штанах, и крестная с девочкой, которая... Vamos a ver el video. Yo lo monto ahora. El video dura 30 minutos máximo. Батюшка, я одели красиво. Так интересно. Здесь будут уже. Что это не делал такое? Такая смотрит, не поймет, что делать. Соединяются все, пойдемте все. Aquí todo, todos, todos metidos aquí. Tú eres muy chica, pero todos veíamos barrios esa puta. La cadena. Ahí está. Paula, yo te bautizo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ay. Amén. Dale, yo no sé. Pobrecilla. Qué bonito. Y me ha querido bautizar.
¿Te ha gustado? Está hace calor, ¿te ha gustado? ¿Dónde la guardas? Gracias. Os ponéis allí otra vez. Venga. Мы приехали на место происшествия. Тут все готовят пока. Un reportaje. No, antes y después. Hay que fijar todo. Está volando. Milu. Pero más fresquito. Ay, qué alegría. Красиво, как видите. Все улетает, ветер. Этот там какую-то кровать что-то делает. А тут типа будет это, шведский стол. Написано Паула. Вот сад у них такой классный. Ну, в принципе, тут мохито будут раздавать. В общем, вот так. А пойдемте на кухню сходим. Там кухня. Там уже готовят тоже что-то. И la niña chica. Sí. Сейчас, espérate, que quito eso. Mira, Paula, mira. Voy a ver, ой, la mesa de dulce y todo. Сладкий стол. Красота какая. А тут писать, наверное, эти пожелания. Приготовление в самом разгаре. Тут у нас сладкий стол делают. Вон туда сидеть будем. Вот там потом плавать пойдут все. Вот такой вид. Классный. Я уже вот на этом диванчике сфоткалась. Кому интересно, в Инстаграм добро пожаловать. Вот так все суетятся. Вот так все тут разбирают. Типа шведский стол. Все с голодной стороны.
Всякой еды дофига. No la anuncia mucho para comérmela yo luego. Porque llevo tanto tiempo sin comer esa tontería. Pero hoy come mateto. Y por eso digo, hoy se la comen todo, pues yo también voy a comer de todo. Ya mañana otra vez, normal. Mañana es lunes. Mañana es mañana. Так что я пойду тоже себе что-нибудь наложу в тарелочку, иначе все съедят. Люди все голодные. Ребятишки, Фенна. Бассейны, тут все едят. Я себе немножко наложила, сейчас еще повторю. Давай, что будем кушать. Посмотрим, пойдем, что там едят, не едят. Сейчас сыркнем. А вот, кстати, не показала. Надо делать как я мимо. А он ребенок. Голодные люди. Добавляют, короче, еды обалдеть сколько. На память нам подарили вот такие очки. Вот с такой этой приклеить, что-то написано. Павла 11 июня. И вот такие очки. Сейчас мы их наденем, померяем. Вина! Se ve bien esto. Fernando. Lo que aquí atrás. Fernando. Fernanda. Daniela. Вот все ребятишки там все купаются, это все едят, все едят. Мы все едим. У нас уже стол такой. Одни бутылки пустые. Там вот еще нас вкладывают. Вот там люди, везде люди. И я красавица в очках. Так что вот на пляж-то зашибись. Смотрите, прикол, все в желтых очках. Все в желтых очках. Все. Там все в желтых очках. Там все в желтых очках. Там все в желтых очках. Все в желтых очках. Все желтые очки. Завтра мы весь инстаграм в желтых очках. Thank you.
Тут уже купаются кто в рубахе, кто в майке, кто в чем, короче. Так что продолжаем. Я болею, вернее, я уже не болею. О, гляньте, гляньте, что творят. Ведь запихают. Гляньте. Конечно, надо, чтоб так вытаскиваем все из карманов. Вот так вот здесь страшно. Ну, а то вот так вот по дентру. Поэтому здесь опасно находиться. Здесь тебя могут закинуть, несмотря ни на что. Вон они уже все в рубахах. Все в рубахах. Короче, здесь опасно. Здесь закинут тебя и не посмотрят. Болеешь, не болеешь, пошла я отсюда. Меня чуть не закинули, так что не надо. Сейчас сад вам покажу. Красивый какой. Садик, кстати, вон там. У них собачки были. Уже нету. О, какое место классное. Можно здесь сесть и все видеть, смотреть. Не свалится. О, я нашла свое место. Здесь буду, отсюда все видно. Всех видно. И никто меня никуда не кинет. Гляньте, как классно. Тра-там. Идем на раздачу тортика. Está diferente, Paula. Будем пробовать все. Я все хочу попробовать. Так что с няшками стоит очередь тут всякая. Буду брать. Я себя не обделила. Наложила себе вот такой конвертик с всякими мармеладками, конфетками. Вот тут вот написано Паула, имя. Люди дальше веселятся. Там какая-то авария случилась, вроде бы упала, что-то там ногу сломала. Ну не сломала, подвернула. Короче, там вот все сладкое берут. Тут все купаются. Так что мы продолжаем дальше. Сейчас съем конверты. Зажигает, пожалуйста, вам. Как они отваливаются. Гляньте, о, как. А что, молодцы. Умеют веселиться. И так до ночи будет продолжаться. О, как довояривают. Девчонки, видали? Видали, как? Как отжигают. Еще и эти повторяют. Ай, рука пока, рука поя. Ой. Зажигает. И главное, не пили же, потому что они не пьют. И так до ночи. Зажигают. Тут пьют все. Короче, веселье полным ходом. Это вот осталось еще от торта. Тут был один, тут был другой. И вот еще один. Такой гусенок интересный. А, это тут с игрушкой такой. Ну, она игрушечка такая. А, это аист. А я и не пойму. Интересно сделано вот как. Такой, как это. Как, даже не знаю, как это называется. Как картина, что ли. С розочками все отбито, отшито.
Очень здорово. А то все реанимируют. Встать не может. Болит у нее все. У нас тут ссорится кто-то. Сейчас вот так попробую. Отсюда не видно. Не хочу, чтобы меня видели. Но так как. Вот там ругаются. Он, главное, ей ничего не делает. И они полчаса уже стоят так. Фу. Не знаю, слышно, не слышно. Он стоит, покуривает. Она ему, а она его кроет. К Сигуру. Ay, que no, no sé. Son así, que no te veo a ti. Tú verás tú. ¿Qué? ¿Cómo? Como te ibas, ¿eh? No te ve y la cámara así lo vea, ¿eh? Sí, pero se ve cámara. Не хочу, чтобы меня видели. Вот, вот там. ¿Sabes de dónde se viene la cocina? Ругается, ругается. И минут уже 10 они стоят там. Ладно, я там выбирал. О, ясно. Все, вроде успокоились. Нет, продолжается. Он ей говорит, что типа ее в больницу. Типа он ее говорит в больнице, давай в больницу тебя отвезу. А она его кроет. В общем, как вы, наверное, уже догадались, я уже дома. Приехала домой. Вот. Сейчас буду отдыхать. Устала, наелась, объелась. Они там еще продолжают, но я как-то мне еще говорю после этого. Неохота мне что-то сегодня, нет настроения. Ну, не то, что нет настроения, но не знаю. Устала что-то, я устала. И приехали домой. Вот, в принципе, уже времени-то достаточно. Светло еще, но времени уже нормально. Да и Чарлик мой дома был один, мне его жалко. Вот он. Но он не один был, он был вот у меня с этой проказницей. Где она есть-то? Вон она свою игрушку взяла. Да? Проказница. Моя проказница. Это с одной игрушкой, это с другой игрушкой. Вернее, у них везде эти игрушки валяются. Вон везде. Все медведи разорванные валяются. Так что будем отдыхать. И готовить силы на завтра. Кстати, салат все поели, как саранча, все поели. Сейчас они там эти всякие алкогольные напитки пьют. Ой, я не с голодухи-то, как говорится, наелась этих тортов-то. О, аж живот бурчит. Так что буду отдыхать, переваривать все сладкое. Всем до завтра. Пока-пока.